Аудиозагадка. 6 аудиофрагментов криков знаменитых теннисистов и теннисисток. Нужно угадать, кто это. Поехали, первый аудиофрагмент. Маша. Маша? Никакая Маша. Мы не знаем Машу просто. Она фамилия есть или нет? Маша Шарапова. Мария Шарапова. Кстати, спрашивают, вы общаетесь с Машей? Как вам ситуация вокруг Шараповой? Ситуация печальная. Мы с Машей давно очень не общались, давно не виделись, но мы вместе играли за сборную в свое время. И, конечно, я была очень расстроена, когда ее дисквалифицировали, хотели вообще на 4 года. Честно говоря, я даже не слышала никогда, чтобы за столь незначительное нарушение дисквалифицировали на такой затяжной срок. И я рада, что все-таки сократили дисквалификацию, и в апреле месяце она снова выйдет на корт, потому что, мне кажется, российские болельщики уже настолько соскучились, настолько не хотят увидеть Машу на корте, что до апреля можно и не дотерпеть, да. Она уже тренируется. Да, идем дальше. Второй аудиофрагмент. Что-то коротко-то, Витя, нарезал сегодня продюсер наш. Не успевает Виктор, даже оценить. Даже там по-моему, там одна из сестер Вильямс. Вот это важно. А как, по тембру? Давайте послушаем еще раз. Какая? Мне кажется, а может, они друг с другом играют? Она вот тебя посмотрела в бумажке. Нет, я спрятал. Нет, я не смотрю. Какая? Ну, давайте просто еще раз. Окей, еще раз, пожалуйста. Я не знаю, ну вот по первому вот, вроде Винус, а по второму вроде Сирена. Первое слово, оно да, вроде второе. Винус, это Винус Уильямс, 2-0. Даже лучше за Пашным, который угадывал звуки тигров. Да. Идем дальше, третий аудиофрагмент. Вот это Сирена. Как она это делает? Я пошел, не могу. Это вообще фантастика какая-то, да. По голосу узнать так, да. 3-0, Сирена Уильямс, да. Но четвертая, это моя ставочка. Я думаю, что четвертая... Не пройдет, да? Мы выиграем, да? Не, я думаю, угадает. Нет, мы сейчас угадаем. Слушай. Мы угадаем. Горячо. И Витя молодец, там шумы наложил, там коротко сделал, вообще как вот приглушил мастер, чуть-чуть там, да. Прям мастер, да. Виктор, можно вас еще раз попросить? Секундочку, сюда, зайди, да, сюда. Давай, заходите, да. Давайте послушаем еще раз. Давайте еще. Глухо так, глуховатенько. У меня даже нет где-то никаких в подвале вариантов. Я могу вот подсказать, подсказать могу. Давайте. Это было до того, как человек совершил одно из самых известных вмешательств хирургических вот в истории тенниса. В истории тенниса, да. Очень известное хирургическое вмешательство было. Это да. Которое раньше был девочкой, мальчиком стал девочкой? Все гораздо... Была девочка, я стал девочкой. Но что-то стало в ней меньше немножко. В ней стало меньше, да, этого. Что мешает, может быть, играть в теннис. Обсуждалось Симона Халеб. Да. Симона Халеб, да. До операции по уменьшению груди, да. Давайте послушаем еще раз. Прям видно, что там грудь еще большая, да. Ну вот же. Мешает прям грудь, там звук глухой такой, да. Точно. Все уходит прям в грудь туда, в грудные железы, да. Так. И пятая тоже ставочка моя. Вот это. Да. Нет, здесь, я думаю, сейчас работает. Нет. Я верю Ваню все-таки. Новак Джокович, что ли? Вот видишь, угадал, что мужчина. Да. Угадала, да. Но не угадал пока. Давайте еще Пол раз. Пол отгадан. Не Новак Джокович. Надаль. Конечно, Надаль, да. Вот Надаль также кричал на дискотеках в Испании, да. Давайте мне. Хорошо, и последняя прям вот. Я думаю, не угадает. Сейчас я думаю, что не угадает. Роковая загадка, да. Записки такие. Упал человек в конце просто на корт. От счастья. Радости. Ну-ка еще разок, да? Да. Это не Лен Дементьева? Нет. Это человек, которого вы очень хорошо знаете. Да. Но и даже видели сегодня. Может быть, даже сегодня. Лучше всех знаете его. И видели сегодня вы его. Да не Бычкова. Вы сегодня этого человека не узнали с утра, когда смотрелись в... В зеркало. Я? Да. Что? А что в конце-то произошло? Вот так вот слышим мы вас со стороны. Давайте еще раз, да. А вот в конце
кто это там запищал-то? Что случилось? Это я не знаю. Кстати, Виктор мне сегодня пожаловался с утра, что найти крики Анны очень тяжело. Она играла, Анна, говорит, очень тихо. Да, вообще-то да. Молчаливый теннисист. На тебе справа. На, получи в голову прям все. Как Ван Дам, да. У нас Анна Чеквитадзе, у нас весело. Мы, ну, нет, ну, молодец. Все равно, ну, хлопаем, да, аплодисменты. Потому что...